Вера, надежда, любовь и мать их София – раннехристианские мученицы, жившие во II веке в Римской империи. Эти святые считаются небесными покровительницами Казахстана. О том, как их память почтили в Алмате – следующий сюжет. В день памяти небесных покровительниц Семиречья, святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил епископ Каскеленский Геннадий в сослужении епископов Талдыкурганского Клавдиана, Талгарского Вениамина и духовенства Алматинской епархии. На аналое в центре собора рядом с животворящим крестом Христовым был установлен ковчег с мощами мучениц. Софийский собор Иверско-Серафимовского женского монастыря, освященный в честь святых, является старейшим храмом города Алматы. Он был построен по проекту архитектора Вячеслава Брусенцова в 1895 году на месте более раннего собора, воздвигнутого в 1871 году и разрушенного землетрясением 1887 года. «И посети виноград сей, и утверди их, его же насади, десница твоя». Богослужение завершилось поклонением честному и животворящему кресту и славлением святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Я человек верующий, и поскольку меня зовут Надежда, святые покровительницы являются моими ангелами-хранителями, по сути. Я очень им доверяю, верю в их помощь, и для меня это всегда радость прийти в храм, в праздник, и потом уже поделиться своим хорошим настроением. Перед Софийским собором установлен памятник святым мученицам. Он изготовлен из бронзы на одном из лучших литейных предприятий Алматы – Тайказан, и укреплен на гранитном постаменте. Автор памятника – член Союза художников Республики Казахстан, известный скульптор Алибек Мергенов.